Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня мы поиграем в Skyward Solo на сервере Crystalix, и будем мы играть без шмота. То есть мы будем играть Небесные войны, и будем играть без шмота. Сейчас я объясню почему, потому что мне чувак кинул челлендж, сказал: вот, Демастер, ты постоянно играешь с луком, это нечестно, это неправильно. Ну и короче, типа, ну как нечестно, я считаю, что это честно, это нормально. Вот, он сказал то, что типа, без лука ты никто, ничего не сможешь. Ну и взял меня, короче, на слабо. Я решил показать им, ребята, что лук не решает. Лук просто дает небольшое преимущество. Вначале, ну, это преимущество не такое уж и ценное. Я для этого взял еще одну из самых больших карт на Skywars. А именно вот эту карту на 24 человека. Заточить здесь очень тяжело, а без лука прям нереально. Между островами очень маленькое расстояние. И, ну, с луком вы можете еще скинуть противника, но без лука у вас того уже не получится. И, естественно, я постараюсь заточить и показать, что это все миф, что без лука заточить нереально, что без лука заточить намного тяжелее. Решает скилл, ребята, решают руки, и реально, карта на очень огромное количество человек. Вы видите, здесь просто миллион людей, миллион, ну, то есть 24 человека, это реально дофига. Плюс, как я уже и сказал, небольшие расстояния. Но я постараюсь затащить, я постараюсь специально для вас втащить в этой карте и показать, что это все фигня. Потому что тащит только тот, у кого руки не жопа. Ну или тот, кто в команде. Потому что в тиме играть, как вы все прекрасно знаете, ну это даже не игра в Skywars Solo. Я получаю удовольствие от Skywars Solo, когда играю один. Ну, когда играю с Али, конечно, тоже получаю удовольствие, потому что, ну, ладно, все, ничего не буду говорить правильно, то он в прошлый раз посмотрел ролики, по башке мне настучало в реальной жизни, не надо, это может. Сказала, все, я обиделась, короче, еще обидку на меня кинула и ушла, все, поэтому я не буду ничего правильно говорить, а то опять получу по башке. Ну, короче, поняли, правильно, все, не стоит говорить. Все, ладно, все, хватит, Демастер, она уже смотрит это видео, я чувствую прямо. Так, и что у нас тут получается? Палочки, шмотки, берем, 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 это все нам понадобится. Меч хороший, между прочим, с самого начала каменный. Мне это уже нравится. Еще, еще, еще. Нет, кремния. Вот это плоховато, конечно. Еду я, конечно, заберу. Так, ну и дерево. Так, удочку, удочку. Ты взял удочку или нет? Удочку не взял, это плохо. Удочка теперь нужна. Теперь у нас нет лука, теперь нам нужна удочка. Это, я думаю, не стоит объяснять зачем. Не стоит объяснять, почему удочка реально дельная вещь. Первое, что мы делаем, избавляемся от кактуса. Второе, что мы делаем, спускаемся вниз, делаем себе доски. Это все можно убрать. А, ломаем верстак вот таким вот образом невызамысловатым. Ломаем здесь блок, ломаем тут блок, ломаем еще один блок. И спускаемся к нашему нижнему сундуку. Берем железный меч. Кстати, неплохой лут. Для такой карты, я бы даже сказал, очень хороший. Дальше мы с инстоуном, который мы сломали, делаем себе обратно лестницу. И все, у нас уже есть некий лут, который позволит нам, скорее всего, затащить. Я, в всяком случае, это рассчитываю. Вот этого чувака нужно убить. У него крутые штанишки, они мне нравятся. Я их возьму себе. Ну, либо, по всяком случае, его постараюсь взять себе. Тем более, он пошел на чужой остров. Это мой, как говорится, шанс. Ух ты, нифига, или не шанс? Он знает, что у меня может быть лук, он догадывается, скорее всего, он видит ник Демастер, а он, скорее всего, мой подписчик, и поэтому может знать, что у меня может быть лук. Вот. Все, он построил себе путь ко мне, я бегу, он бежит. И мы начинаем жестокую схватку, и я выигрываю в этой схватке, потому что я про. Вот, ну а теперь нужно поесть. Сами понимаете, зачем, я думаю. Нужно есть на Skywars, чтобы у вас не кончались ваши золотые, драгоценные вам жизни. Это неотъемлемая часть победы на любом Skywars. И, кстати, я одену-ка штаны нормальные. То здесь какое-то дерьмо у меня было. Так, пути назад нет. Мосты все сожжены. Так, отличненько, отличненько. У него алмазный топор. Это, кстати, довольно-таки хорошее оружие. И вон там уже есть какой-то чувак. Придется драться с этим. Даже не с полными хп придется драться. Либо скинуть того, который сзади. Давайте здесь еще обрублю дерево, чтобы ему нужно было как минимум простроиться чуть-чуть. А этот парень что делает? А он, естественно, начинает дальше строить. Мы его постараемся скинуть. Скинуть так, чтобы он потратил себе немножечко хп.
Отлично, он упал на кактус. Сзади парень не идет пока что, но он уже простраивается. Он уже там простраивается. Кстати, что у него за шмот? Может, не лучше с тем запалобашиться? Вроде какой-то кожанчик бесполезный. Но просто здесь очень опасная ситуация. И у меня, кстати, была вроде бы нитка, но я так ничего и не скрафтил. А это зря. Он занимает зачем-то верхнюю позицию. Я до сих пор не могу понять, зачем он это делает. Чем выше поднимаешься, тем проще, тем больнее падать, чувак. Ты не слышал такую поговорку? Вот, пожалуйста. Пример этой поговорки в реальной жизни. А знаете, зачем я построился сейчас к нему? Потому что нужно будет с ним повпшиться. Нужно будет с ним повпшиться. А он уже потратил все хп, упав. И теперь это мой шанс. Я залетаю на него, сверху падаю. Давай, мастер, отлично! Это хорошая победа. Теперь главное не дать второму моему оппоненту подойти до меня. Ни сзади, ни спереди. Видите, без лука я показываю, что можно тащить. Нам нужна нитка, ребята. Мне нужна нитка очень срочно. И вон тот парень, кстати, строится к миду. Это очень такой важный момент в этой битве на самом-то деле. Потому что если он туда построится, мне будет, ой, как нехорошо. Поэтому я иду к нему. Я иду к этому парню, который строится на миду. Я постараюсь дождаться, пока он достроится до мидла, пробежаться и скинуть его. Скинуть, естественно, удочкой, потому что другого выбора у меня просто нет. Он почти построился. Я бегу и... Пока. Все, он улетает, он улетает. Просто, видите, очень все просто. Кидаешь удочку и побеждаешь. Skywars, добрый день. Так, что нам нужно, что нам нужно? Повторить его попытку? Построиться или нет? Там недолго осталось так-то, но если у кого-то есть лук, то я умру. Тот чувак сливается. Остается 5 игроков. До мида здесь очень близко. Прям очень-очень близко. Ой, там парень бежит. Сейчас мы будем с ним перекидываться удочками. Кто быстрее из нас зафейлится? Хотя я, наверное, лучше пропрыгаю сюда, да. Это был лучшим вариантом, который я мог придумать. С той стороны вроде никто к центру не строится. Мы остаемся с этим парнем вдвоем. И у меня есть коварный план. А именно, коварный план заключается в том, чтобы поставить две паутинки и выбить из них нитку. Пожалуйста, две. Нет, к сожалению, всего лишь одна. Ну, в принципе, так и должно быть. Должна одна и выпадывать. Но мне нужно найти хотя бы еще одну паутинку в этих сундуках, в этих чертовых сундуках. Но, к сожалению, ничего. Абсолютно ничего я найти здесь не могу. Вот это дерьмо можно скинуть все, потому что оно мне просто сейчас уже не нужно. Так, сзади никого, спереди там никто не строится, да, надеюсь? Нет, никто не строится, только этот парень строился. Мне бы тебя вырубить. Вот, пожалуйста, играем мы уже очень долго, играем мы без лука, но мы можем его скрафтить, у нас все шансы на это есть. Потому что сейчас мы сделаем вот так вот, по-хитрому, по-быстренькому. Надеюсь, тот парень этого не заметит. Так, стрелы еще, и, в принципе, ничего. Ничего здесь нет. Сейчас пойдем по остальным островам, которые у нас были сзади, и попытаем их полутать. То есть попытаемся полутать именно тот нижний сундук. Так, там, ой, тут тьма, и причем тьма с луком. Опять-таки, неважно, ой, я хотел сказать, нехорошие люди, тьма, ну, как обычно все. В принципе, я даже не удивлен, что они здесь. Команда опять каких-то бомжей, тиммеров. Пожалуйста, вот один уже до свидания сказал. А второй хорошо дерется-то как. Но тоже до свидания. Тиммейты видели, да? Видели, что эти бомжи могут? Тиммейтовские. Просто минус 2 на изи. Изи килл просто. Жаль, конечно, не забрал у них вещи. Потому что эти нубасы точно хоть... Видите? Вы просто вот... Это командная игра. На Skywars. Они в итоге друг другу мешали. Знаете, чем они мешали друг другу? Почему еще команда очень плохо на Skywars? Во-первых, вам нужно встретиться. Во-вторых, и когда вы мешаете друг другу, стрелять из лука, например, вы мешаете стрелять вашему другу из лука, это реально, вот сейчас один не мог стрелять по мне из лука, потому что я, грубо говоря, ну, был вне его поля. О, отлично, вот это вот очень хороший лук, который я сейчас нашел. Но я даже рад, что я их затащил, потому что я хотел показать вам эту тему, что Skywars соло нужен только для соло игр, без всяких вот этих вот левых чуваков. И остается тот чувак, который был там. Если вы играете с друзьями, конечно, играйте. Я ничего не буду говорить плохого про вас.
Но знайте, что вы, скорее всего, сольетесь как последний нубас. Да, многие скажут, вот я играю с другом, я чаще выигрываю. Значит, ты просто рак, раз ты не можешь выиграть в соло. Вот сейчас я играю без лука. Первый свой лук я скрафчу только вот сейчас. То есть вы это сами все прекрасно видели. То есть это мой первый лук на этой карте. У меня даже куча стрел есть, и я его крафчу спокойненько, то есть как бы без заморочек. Двух чуваков с луками, они были оба с луками, я на всяком случае на это рассчитываю, что они были с луками, потому что иначе это будет очень печально, что я, кстати, выкинул топор, потому что я конченый, вот, неважно. Вот, то есть, понимаете, вот эти вот чуваки тиммейтовские, что они смогли сделать? Они смогли вдвоем просто умереть. Почему так произошло? А я объясню, почему так произошло, потому что это тима, а это Skywars. Skywars и тима это такие несовместимые вещи. А где тут парень-то? Меня все настораживает. Где же он? Я не вижу его ника. Это меня. Ой, вот, он решил. Он нифига, он какой длинный путь сделал. Он прям обошел всю карту. Вы это видите, да? Вы это видите? Он реально обошел всю, черт возьми, карту Skywars. И оделся в алмазку. Это довольно-таки круто. Лол. И он АФКшил? Но это была хорошая победа. Не знаю, что он пытался доказать тем, что он выкашил, но я скажу вам вот что, ребята, я скажу вам вот что, видите, лук не решает, лук это не главное, лук это всего лишь оружие для достижения своей цели. Если кто-то из моих подписчиков был на этой карте, я его случайно оскорбил, когда вы были в тиме, ребят, не обижайтесь, если я так вас назвал, значит, что я вас больше люблю, вы считаю своими чуть ли не лучшими друзьями, вот, ну, потому что, сами понимаете, лучшие друзья чаще друг друга оскорбляют, чем самые такие заклятые враги, это, ну, как оскорбляют, подтраливают, там, подшучивают, я, можно сказать, подшучиваю, вот. Но, ребят, вы не обращайте внимания на это, главное, я хотел показать вот истину, истина заключается в том, то, что, неважно, есть у вас лук сначала, есть у вас какая-то булыга, блоки, или у вас вообще ничего нет. Вот я только что играл против 24 человек, реально. То есть против 23, 24 был я. И у меня не было ничего с самого начала, стартового капитала. То есть не было ни лука, ни блоков, ни там каких-нибудь зелий, и я затащил. Причем затащил, я не сказал, что это была прям плотная игра. Вот когда эти два чувака ко мне подошли, я просто взял их столкнул, потому что они, ну, неправильно напали на меня. Вот, в принципе, вы видите, то, что это работает. Я двигался, я не заседал, как обычно я играл. То есть я играл именно так, как всегда и играю. Ну, а если эта серия наберет много лайков, то я скажу вам спасибо, а также репосты делайте, ребята. Ну, вы видите, что затащить можно. А раз вы это видите своими глазами на этом ролике, значит, это правда. И, кстати, вот эта вот карта, Skywars 4, одна из моих любимых, потому что, ну, Skywars 4 сервер, да, у нас. Потому что здесь много игроков, и победить очень тяжело, реально. Победить очень сложно, она прикольная. Ну, первые 8 мне больше нравятся, потому что они новые. Вот эта карта, наверное, тоже классная. Ну что ж, а на этом все. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. Поделитесь этим видосиком со своими друзьями, я буду вам за это очень благодарен. Вот, и... Запомните, главное скилл, не тиммейты, которые с вами играют, ничто, а главное именно скилл, которым вы владеете. И чтобы его натачивать, нужно просто больше играть. Чем больше вы играете, тем лучше вы играете. Естественно, нужно в плане того, что играть, не просто ходить и сливаться, а продумывать какие-то тактики и так далее и тому подобное. Ну а на этом все, я надеюсь, вам понравилось. У меня какое-то долгое прощание получилось, но главное, что я сказал, что хотел. На этом все, всем удачи, ребята. И всем пока-пока, ребята.